Этот орден для меня. Делать меня готовым выполнить любые задачи. Защищая правду во всем мире. Где бы это ни потребовалось президенту Путину и Башару Асаду. Мы ваши люди. Мы никогда не проиграем. Мы всегда победим. Империализм никогда не сможет захватить мир. И не сможет ничего сделать с Российской Федерацией. Из нашей истории нам известно, что вы являетесь нашими друзьями, нашими родственниками, нашими любимыми. Все это строится из того, что Россия уважает человеческую сущность людей. Что будет любовь, симпатия. Я это сохраню всегда и я передам своим детям. Которых я уже не видел столько лет, с начала войны. Обращаюсь к вам, господин. Еще раз хотел обратиться к вашему. Обращаюсь к Башару Асаду, раису президенту Путину. Я могу быть только воином, который готов подать свою жизнь. Если только полностью отдавать себя, можно победить. Только я могу победить и стать героем только так. Еще раз.